квалифицированные кадры для экономики начинают готовить еще в школе. Одни из самых желанных для обучения в Казахстане – школы НИШ. Ежегодно 15 тысяч школьников пробуют свои силы и поступают в Назарбаев интеллектуальные школы. Конкурс на одно место достигает 60 человек. Обучают в них бесплатно, на трех языках. Выпускники НИШ сегодня – это ребята не только с высокой успеваемостью и знанием языков, но и прекрасно играющие на домбре и разбирающиеся в живописи. Выпускники НИШ путешествуют летом по стране. Так мы сохраняем свой генетический код, говорит председатель правления Назарбаев интеллектуальных школ Куляш Шамшидинова. О том, как поступить в НИШ и к чему должны быть готовы школьники и их родители, узнала Айгуля Мантаева. Детали в большом интервью нашей программы. Куляш Нагатаевна, добрый вечер. Спасибо, что согласились на интервью. Вы как человек с серьезным, богатым педагогическим стажем и как человек, долгое время проработавший в системе образования, насколько мы знаем, вы и возглавляли профильное ведомство. Что вы можете сказать об изменениях в системе образования? Насколько они обоснованы? Есть две причины для того, чтобы изменилось содержание образования, методика, технология образования. Первая – это экономическая, вторая – это культурная. Экономическая с чем связана? Она связана с очень таким быстрым развитием науки и технологий. И вот в этом плане новые технологии в школы обычно приходят попозже, потому что сама школа, она немного консервативная, и, наверное, это правильно, и постепенно приходит, потому что мы должны понять, как это влияет детям. Профессия конюх ушла, а вместо него пришло более 20 новых профессий, связанные с транспортом. Вот точно так же робототехника. Вот робототехника, говорят специалисты, что вытеснит более 85 миллионов рабочих мест. В то же время он предлагает другие новые 97 миллионов рабочих мест. То есть, значит, сегодня школа – это не только место, где дают образование читать, писать. Сегодня это уже недостаточно. То есть говорят о мягких навыках, то есть некогнитивных. Значит, умение думать, умение мыслить, умение анализировать, умение делать выводы. Кстати, часто наших детей критикуют, да, за отсутствие критического мышления. Да. Одна мама встала и говорит, знаете, говорит, ко мне, говорит, приходит очень много информации по WhatsApp. А я, говорит, и сразу отправляю. Мне, говорит, сын девятиклассник, который у вас отчитывает, сказал, мама, подожди, ты же не знаешь, это правда или неправда. Ты почему его распространяешь? Мне, говорит, стало стыдно. А что такое вообще профессия сейчас? Это умение меняться в зависимости от требований рынка труда. Очень много кейсов мы обсуждали. Какие конфликты есть? Зачастую мы наблюдаем, да, что проблема отцов и детей, да, как у Тургенева, она имеет по сей день на сегодня. Вообще, насколько это, в принципе, нормально? Мы же очень часто к этому чувствительно относимся, не знаю, реагируем остро, да? Я думаю, что умение не создавать конфликт – это сегодня очень необходимая компетенция. И мы учим этому детей. И мы к этому детей должны учить. Если говорить о культурных основаниях. Сохранение культурного кода – это важнейшая составляющая. Есть, например, у нас проект «Домбра». Угу. Наши дети играют на домбре. Вы знаете, что почти тысячи детей играли, мы в книгу Вот Гиннесса он вошли. Генетический код, да? Это есть генетический код. Вот он должен слушать. У него должно быть и в ушах звенеть, он еще глазами должен видеть, он должен чувствовать страну. Насколько мы сегодня знаем, в вашей школе престижно учиться, да? Родители мечтают отдать в НИШ своего ребенка. Если не голословно, да, каким образом вы обеспечиваете качество в ваших школах? Во-первых, это качество учителей. Они теперь не только учителя, многие из них тренеры. Мы их готовим как тренеров по методике технологии обучения, потому что они еще друг друга учат. Например, наши учителя командой готовят поурочные планы. То есть у вас нет конкуренции, допустим? У кого больше детей выиграли там какие-то олимпиады? Вы знаете, ЕНТО плохо сдали, все. ПИЗА, Казахстан плохо сдал, все шумим. А внизу айсберга что происходит? Как учителей подготовили? Какие учителя работают, какие условия созданы. Должен быть мониторинг внешний, но он не должен влиять на четвертные оценки детей. Воспитание ребенка не проходит вне общества. Поэтому нельзя сегодня все грехи воспитания возложить только на плечи школы. Если вы не будете читать книгу, ребенок ваш не будет читать.
Он видит вас, что вы делаете, он его впитывает. Поэтому материнский капитал особенно очень важный в воспитании человека. Если мама сидит целый день в соцсетях? И она будет сидеть. Вашим школам в этом году 15 лет. Сколько на сегодня в Казахстане школ? У нас сейчас работает 21 школа. 20 школ имеют международную аккредитацию. 21-я школа открыта только недавно, поэтому он сейчас проходит процедуру аккредитации. Дети обучаются на трех языках. И экзамены идут на казахском, на русском, на английском. У нас был случай, когда ребенок получил приглашение MIT, Гарвард и Стэнфорд. Вы понимаете, Гарвард выбрал. У нас бывает так, что от Гарварда отказываются и удивляются, как это отказывается. В пользу нашего вуза? Нет, в пользу MIT. Спасибо, Куляш Нагатаевна. О качестве нашего образования, казахстанского образования мы много говорим, критикуем. Я думаю, нормально. Где нет критики, нет развития, как Конечно. Говорится. Всего доброго, удачи вам. Спасибо большое.